Восьмая пара. Всемирный рейтинг Даниил Пискарев, последнее слово для Сыноклейского района. Красного рейтинга Юрий Алексеев, спортивная школа номер 2 Калининского района. Выглядит вторая полуфинальная пара весовой категории до 44 килограммов. Первая пара, как я уже говорил, победа присуждена Стасу Лисковым, что на Олимпийской надежде. Мухаммаду Абдулову грамота и медаль будут вручены его тренеру. У Юрия Алексеева, который сейчас в красном мире, первый юридический отряд. Хотя он провел только 13 боев, пробежал 8 побед. Он призвел турнира памяти Леонида Пивоварова в прошлом году. Тренирует его Вячеслав Ташкаров. Среди
юношей прошлого года. Тренирует его, в этом бою субъективирует Анатолий Малков. Приготовиться к этому времени. Первый полуфинальный парень десятой категории до 46 килограммов. Девятый парень сегодняшнего дня Станиславу Матушеву и Платону Бирюкову. Об этом бою победу одержал боксер из синего угла, но не пистолет спортивной школы Красноармейского района. А Юрий Алексеев награждается грамотой и медалью за третье место. Данил Пистолев будет боксировать с финалом. Первым финалистом стал Стас Ясов. Награды за третье место вручает третий поединок Владимир Пирс. Внимание, судьи! Девятую пару судьи!